Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Ребята, я с вами хочу поделиться прекрасным событием, новостью. Вы знаете что? Я сама того не ожидая, срезав цветонос, который у меня находился просто с растения нужно было срезать цветонос со слабенького, я его удалила, поставила в водичку, как вы видите. И благополучно просто подходила, подливала водичку, и он у меня, выпивал необходимое количество, что-то испарялось, цветочки отцвели. Я смотрю на него, думаю, ну что, он не пропадает, стоит себе в этой вазе и стоит. Меня как бы этот момент не напрягает, думаю, ну хорошо. Я не видела каких-то отрицательных моментов, стоит. Я просто водичку к нему подливала, когда поливаю орхидейки. Налью немножечко и все. Вы знаете что? Пару недель назад я не хотела вам показывать и рассказывать, потому что я хотела как бы увидеть результат достаточно такой позитивный, хороший, достаточно уже такой вот большой, да, чтобы что-то вам показать, чтобы вы поняли. Я не ожидала, честно, что такое произойдет. Но это произошло. Как будет развиваться событие дальше? Я не знаю, ничем этот цветонос я вообще не обрабатывала, никакими пастами, никакими стимуляторами, ничего, даже не удобряла. Вот он стоит в воде и стоит. Смотрите, что у меня на нем выросло. Та-дам! У меня на нем растет малышка. Посмотрите, вот раздвоение на почке, да? Он у меня отцвел, было раздвоение на почке у этого цветоноса. И вот из этого раздвоения вышла малышка маленькая. Я не знаю, что будет дальше. Я также стараюсь его не трогать, не тревожить. Вот она стоит там вот под подсветкой. Кстати, она находится у меня под искусственной подсветкой. Ну, еще и свет с окон. Достаточно хорошо. Ну и весна нам в помощь, ребята. Что будет дальше? Насколько будет такое хорошее развитие у нее, я не могу сказать. Но вот то, что я сейчас вижу, то вам и показываю. Я надеюсь, что силы хватит у цветоноса вырастить эту малявочку, чтобы у нее появились хотя бы парочку корешочков небольших, чтобы я могла ее отсоединить и определить в грунт. Что будет дальше, никто не знает. Вот, будем вместе с вами наблюдать. И надеюсь, все закончится прекрасно и хорошо. Новым растением, новой малышкой, новым растением. Вот такое у меня сегодня короткое видео, но зато оно очень емкое и очень информационное. Всем желаю здоровья, благополучия и всем пока-пока!